Всем салют, меня зовут Пашка, и я продолжаю играть в Машинариум. Тут как бы два момента. Во-первых, я исправил такой, ну, досадный, я бы не сказал, что глюк, просто маленький нюансик, что в предыдущих версиях, сериях не было видно мышку, вот теперь ее видно. И должно это немножечко как-то помочь, да, следить за тем, куда я навожусь, и как это, собственно, выглядит, и так далее. И второй такой, ну, немножечко, может, досадный момент заключается в том, что я немножко приболел, у меня хрипит голос, и я время от времени кашляю, поэтому может случиться такая неприятность во время игры. Вот, как сейчас, например. Ну что же, мы остановились на моменте, где мы вылезли через трубу, попали на какой-то лифт, да, что ли? Вот опять. И я тут еще абсолютно ничего не клацал, но сейчас мы будем разобраться. Но я так понимаю, что, скорее всего, у нас нет бензина, да? И вот это вот, как бы, наверное, рычажок управления, который... Я не знаю, как работает. Ладно, кнопочка. А, вот. И эта кнопочка еще. Ага. Понял, вот. Я должен найти бензин. Это, по-моему, это подруга. Да, это ж подруга, которая наша. Я не знаю, было ли это в сериях, но когда, в моменты, когда я просто АФКшил, да, в целом ничего не делал, у главного героя появляются воспоминания. И по этим воспоминаниям, собственно, можно узнать то, что это подруга, героиня, ну вот, она подруга нашего главного героя, которую вот украли эти вот бандиты. И что, я теперь типа за нее управляю, да? Да, да, я теперь управляю за нее. Вот я нажал на кнопочку и... Что, мы налили масло, бензина. И что? Ага, я понял, я якобы что-то должен делать теперь от ее лица. Мы сняли кастрюлю и что? Ага, ага, ага. Мы сняли кастрюлю и... Кукуруза. Жарить кукурузу будем? А зачем? А в чем суть? Зачем мы это делали? А, мы это делали для того, чтобы раздобыть такую палочку. И мы теперь с ее помощью должны делать что? Что-то мы должны ей, может, подцепить? Может, мы должны вырвать эти двери или что-то такое? Нет, мы просто ее передали. Хорошо, теперь, значит, у меня есть палочка. Для чего она мне? Для чего она мне? Я могу встать сюда и, значит, вот. Мы, значит, будем брать кастрюлю. А, нет, не кастрюлю, мы открыли дверь. Хорошо, и дальше что мы делаем? Дальше мы батарею получили. Что это батарея? Что это такое вообще? Это непонятный предмет. Ладненько, 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 ладненько. Какие у нас варианты? Может быть, мы должны еще что-то открыть, что-то. Хотя, с другой стороны, это по сути какая-то, она была чем-то заморожена. Ну, мы, видимо, должны его разморозить. Вот мы сюда его наводим, оно подсвечивается, но ничего не работает. Кастрюля. Так, подожди. Ага, вот даже вот так вот. То есть мы, сначала мы его кидаем, сначала мы кастрюлю переносим на плиту, потом мы кидаем в кастрюлю нашу батарею. Мы сварили батарею, и она превратилась во что? В веревку черную? Что это такое?
Я понял, это видимо шланг. Это видимо шланг. Теперь, значит, я его должен сюда втыкнуть и передать нашему главному герою. Опять же, вот все даже делается само, как-то, ну. Понятно. Значит, мы теперь должны. А, вот я вообще, по сути, ничего не делаю. Все происходит само собой. Да, мне так нравится играть, когда вот я 5 раз кликнул и все пошло само по себе. Дальше. Я могу теперь его завести. Вот, он у нас работает. И видимо, вот тут я должен его. Я понял, вот снизу есть такое типа обозначение, как выключен, включен, да, если красные штучки снизу, то это выключенное состояние, ну, выключенное состояние мотора или чего, да, ну, вы же понимаете, это кружочек, типа, замкнутое питание и не замкнутое, или, может, я неправильно говорю, неважно, не будем позориться. То есть мне надо, короче, красные штучки перевести в наверх вместо... не красных. Давай как мы это сделаем. Нет, не так. Это надо как-то сделать по-другому. Это вот смотри, вот мы сюда раз. 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 Ага. Значит, так не получится, потому что мы тогда не сможем нижнюю переместить. Она не только красная поднять вверх, нам надо нижняя. Как бы тоже опустить, судя по схеме. А значит, будем мучиться. Допустим, как-то вот так вот. Реально запутался. По-моему, вот, да, у меня получилось. А, просто поднялся рычажок. И у меня есть две позиции, вверх и вниз. Вниз. Мы уже, видимо, внизу, да? Нет, давай. Значит, тогда мы поднимаемся вверх. Да. А, я думал, что мне тут надо будет еще раз подняться вверх. Нет. Ты кто? Ты что? Привет. Как дела? Мы должны решить задачки того, чтобы он нас пропустил. Это как это? Форт Буайард, да? Ты вместо карликов или вместо этого супер умного Гендальфа? Ну давай подумаем. Красный, красный, желтый, белый, белый, синий, синий. И... а как? Ну ведь... я, наверное, не совсем понимаю. Это, наверное, да. Дальше, потом у нас белый плюс синий. И что получится? Белое, синий. Ну, видимо, вообще все просто. Дальше, у нас это что такое? Вентилятор с точечками, вентилятор с кружочками и вентилятор с... А, я понял, это типа точки расширяются. Тут маленькая, она становится больше, больше и, видимо, совсем большая, да. Ну, он заснул. И теперь мы должны что-то сделать другое. Опуститься. Что-то у нас что-то поменялось. Мне понравилось нажимать эту кнопку. А, ну вот, я понял. Я вижу вот этот вот ограничитель, то есть это самый нижний этаж. А, я, наверное, подожди, я, наверное, должен эту подругу забрать как-то, нет? А,
может, я должна постучаться куда-то. Вот тут вот вроде нет, не кликабельно. И тут нет, лампочка. Опять же, судя по мышке, тут только плита осталась кликабельной и все. Хотя, давай, может, мы кастрюлю можем поставить на пол? Да, мы поставим кастрюлю на пол. У нас остается кликабельная плита. У меня с собой есть веревка, потому что опять же тут веревка, потому что опять нет, и бензина не надо. Или масло, или что это. Хрен знает. Давай с тобой еще поговорим. Давай, может, еще надо задачки порешать. Привет. Какой цвет между вот как когда крутится такой кулер? Вообще без понятия. Угадал. Здорово. Так, теперь, значит. Боже, по-моему, он просто должен быть полностью черный. Да. Теперь вот такой. Ну, давай не засыпай. Давай, давай. Ну, может быть, три раза. Какой должен быть цвет? Оранжевый, может. Тут, видишь, у них есть... ага, я понял. Какой я должен добавить сюда? Ну... Я понял, тут... Я понял, они просто очень хитрожопые. И они решили... как бы нас подколоть. Дело в том, что нам, походу, надо отвечать неправильно, потому что я, если буду отвечать неправильно, буду злиться, и он, походу, просто развалится нахрен, и... Вот, теперь вопрос. Какой тут вариант неправильный? Я угадал. Да-да-да, он сейчас вообще, походу, свалится отсюда просто из-за этого, потому что у него вырвет крепление. Как оно будет? У нас есть две... очень-очень много. Надо... О, давай вот так вот, типа, по спирали. И все, он... Посмотри на его глаза, он просто офигел. Все, мы можем теперь войти в него. Странно прозвучало, но мы в него вошли. Это у нас что? О боже, о боже. Так, ладненько, давай, значит, дальше. Мне кажется, то, что теперь стало легче, потому что прошлая вот эта локация, она была объединена во много локаций. И... Ага, ну... Опять же, судя по логике, я могу его столкать и в другую сторону. Да, да, это мы уже уяснили, когда мы собачку вызволяли практически в самом начале. Ладненько, мы наверх можем подняться? Можем подняться наверх. Это к тому-то, что... А может, это просто как бы уже... Просто стало понятно алгоритм игры самой? То есть мы на него можем нажать, но пока оно ничего не делает. О, колесико, покрути колесико. Нет, не хочет крутить колесико. Хорошо. Что у нас есть тут? Мы, по-моему, сюда тоже могли нажать. Понятно. На этот мы можем нажать как-то? Нет. Тут у нас что-то есть. Да, я еще постоянно забываю то, что есть такое как бы понимание, что я не могу кликать сюда. У него есть радиус действия, в котором он может. В котором он может кликать. Это, наверное, важно. Что это такое? 1, 2.
Опять же, смотри, у нас вот есть кабелек, который идет в стенку. И... О, что это такое? А что происходит? Мне, видимо... Ага! Я понял. Это типа вот был как бы первоначальный уровень, но я его пропустил, я начал со второго. Ладно, первый мы сделали, второй мы сделали, теперь третий. Я опять же очень боюсь показаться глупым, сделать что-то неправильно, но пока вроде все хорошо. Теперь можем нажать на кнопку и... Теперь у нас заработала эта штука и расцвела пальма. Кажется, что мы должны... Да. Давай, теперь мы его супермагическим способом вырастим. Опять мы пойдем сюда, и мы его включим. Подсолнух. Здорово, именно подсолнечное масло нас просил чувак раздобыть. Но он еще не готово. Ага, я насобирал семечек. Ну логично, Даш, нам надо и семечек сделать масло, в принципе, а не из подсолнуха, да. Но так тоже мы не можем, так тоже не работает. Ладненько, давай тогда. Тут же у нас несколько растений. Давай мы все растения проапгрейдим до максимального уровня. А еще мне интересно, что делает вторая вот. А, вторая, видимо, вот она идет в... Это проектор, походу. Это проектор. Я понял. У меня в детстве были такие штуки. И как называется? Блин, я даже не помню, как называется-то. Короче, как будто кинематографическая пленка. Вот. Я надеюсь, что я правильно это произнес. Ага, не так. Ну, блин, наверное, и так. И там, ну, что-то типа вот этой пленки. И, ага, ну, не так, понятно. И она заправлялась в такую фигню, типа проектора. И как бы на стенке показывали слайды. Вот слайды, слайды, слайды. Вот, я хотя бы вспомнил слово слайды. Это уже прогресс, это уже я молодец. Так я не могу вспоминать и думать. Давай я сначала подумаю, как тут его пройти. Ну, опять же, видимо, я тут должен проходить каким-то крученным образом. Нет. Как бы. О, вот так вот. Блин, не туда. Давай мы сразу зафейлим как-то. Да, вот, я уже забыл. Так. Так, да, вот так вот. Вот. Так вот, слайды. Не помню, как оно правильно называется, но, по-моему, со слова слайд все должно быть понятно. И это что-то типа того. И вот эта вот штука, которая у нас есть, это, видимо, вот эти вот картриджи, что ли, или как вот там, картриджи, да. Так, судя по всему, тут угол, и тут как бы один вариант. Значит, мы отсюда должны начинать. Блядь. Нет, значит, мы сюда должны закончить. Потому что если мы отсюда начинаем, то... Да, то оно сразу бьет самый верх. Это плохо. Тоже нет. Тоже мы должны как-то идти улиткой.
Вот если бы, ну вот... Не так, не так, не так. Опять не так. Не так. Значит, мы... Давай-ка мы подумаем. Мы будем думать, мы будем стараться. Не так. Но очевидно то, что оно должно заходить как-то, видимо, отсюда. Может вот так вот, потому что... Нет. Было близко, но... Ага, ну, опять же, очевидно, что не сюда. И не сюда, потому что мы постоянно упираемся. Как же быть-то? Почти. Я просто уже кликаю как-то вот именно рандомно, потому что я почему-то вообще не вижу вариантов. А, ну как, не приходит мне в голову. Я понимаю, что как-то оно должно вот сюда. Подожди, давай еще раз так. Ну, это мы идем от конца, да, как оно должно быть? Сюда, значит, оно должно приходить отсюда как-то, да? Вот отсюда, значит, сюда. А, ну да, а про это мы забыли. А так, в принципе, все складывается, да? Просто про эту точечку мы как-то упустилась она из вида. Давай. Может, тут как-то опять можно его закрутить? Блин, я не знаю. Может, как-то... Сюда. Так же ж не будет. Так же ж не получится. Так бы было, конечно, тоже очень красиво, если бы... Если бы мы могли отсюда начать и вот так вот пойти по спирали... Так же ж не будет, потому что мы даже только нажимаем вниз, оно как бы идет в самый низ, то есть до конца, до упора. ужасно. Вот. Настал, наверное, тот момент, когда я чувствую себя полным идиотом из-за того, что я не понимаю. Я пока что не понимаю. Ладно, я уже... дотянул, по-моему, да, чересчур уже 23 минуты. Давай, наверное, я подсмотрю где-то в подсказке, как это пройти, потому что не идет у меня. Либо я буду мучаться, но это может просто занять долгое время. Я думаю, что будет проще, если я это подсмотрю. Окей, значит, мы продолжим с этого места в следующей серии. Пока что все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Можете написать в комментарии, где я молодец, где я не молодец, понравилось вам или не понравилось. И увидимся в следующей серии. И всем вам пока.